Смотрите, мы приехали посмотреть на эти меловые горы. Они находятся в Краматорском районе, село Белокузьминовка. Сейчас мы будем подниматься вон туда, на гору, на самую вершину. Я вам покажу вид сверху на вот эту всю эту красоту. А вот название. Давайте сейчас попробуем прочитать. Ой, так. Памятник природы Белокузьминовский. Белокузьминовский. Уникальные. Вот здесь название. Должно быть скалообразные образования верхнего слоя. Но уже надпись исчезла, уже вытерлась ветром, годами. Вот такое вот памятник природы. Ну что, пойдем посмотрим эти горы сблизи. Я вам покажу. Еще хочу сказать кое-что по поводу этого камня. Очень с первого взгляда напомнила, как в сказке про богатырей. Помните? Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, невесту найдешь. Очень интересный камень. Реально, как из сказки, древний такой. Там вверху еще люди ходят, тоже забрались. Дорога здесь крутая, подъем тяжелый. Смотрите, это настоящий мел, как в школе пишут по доске. Мел, это все мел. Будем подниматься вот по вот этой дорожке на самый верх. Фух, ребята, как тяжело подниматься. Вот такая высота. И вот еще чуть-чуть. Последний рывок, так сказать. Какие. Вот пещера какая-то. Вот и высота. А вот нашла я какую-то мини-пещеру. Непонятно, что там. Кстати, вот интересно в том, что проходят вот такие слоя кремния. Видите, как по периметру прям. А вот там вверх другой слой. Там они большие. Вот такие горы. И все это мел. Мел. Так, мы походу на самый верх отсюда не залезем, вернее, я не хочу тут карабкаться, очень опасные склоны. Пойдем в обход и зайдем на самую вершину. Вот нашли еще один такой вот залаз, как говорится. Ну, тоже так как-то страшновато. Что-то будем искать, какие-то другие ходы. Варианты, чтобы забраться вот туда, на самый верх. Ну что, лезем вот по такой нелегкой дорожке. Все ближе продвигаемся к цели. Вот мы и забрались на самую вершину. Говорят, здесь красивый закат. Подождем немного, посмотрим. Вот чайки летают. Чайки речные. Ой, как красиво. Фух. Кстати, здесь много надписей. Все на камнях. Вон, смотрите.
чертят тут, что-то вышкрябывают, разные надписи. Что уже закат. Возьмем немножко мела на память. Пару кусочков. Ну все, наше путешествие закончилось. Едем домой. Что, друзья, кому понравилось мое путешествие, мое видео, экскурсия по меловым горам, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч!